Саш, ну отстань! Пап, пожалуйста, купи собаку! Саша, дай телевизор посмотреть! Пап, купи собаку, пожалуйста! Ой. Купи собаку! Ой. Купи собаку! Хорошо! Все, Рекс, я тебе продал к папе, тебе у тебя будет новый хозяин, у меня новый помощник. Вика! Тебе собачка не нужна? Слушай, Мар, а ты сегодня на дискотеку пойдешь? Фу, Дроздова. Чем это ты таким вонючим набрызгалась? А это Русланчик. Средство для отпугивания разных вредных паразитов. И как, помогает? Ну, тебе же не нравится? Скорую вызывали? Да. А кому плохо-то? Сейчас, минутку, подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Николаевна, вызывали? Вызывала, Ирина Аркадьевна. Ну что ж, ваш сын опять разбил стекло в кабинете химии, сломал скамейку во дворе и подрался с сыном нашего мэра. Вот, женщине плохо. Ну что, Никита, давай, заканчивай разминаться и 500 метровку на время. Сейчас приду. Ну что, Егор, надумал? Нет. Если ты мне сейчас не отведешь в туалет, я сейчас точно надую. Добрая тетенька, возьмите денежку и положите на ее место шоколадку. Федя Петров. Совсем обленилось нынешнее поколение. Даже эти ездят в магазин на машинах. Закрываем правый глаз. Что это за буква? Ш. Это? М. Это? И. Б. И. Закрываем левый глаз. Это. В. Это. Н. Это. Ж. Это. И. Ой, плохо, Скворцов, плохо. В смысле? Мне что, нужны очки? Парикмахер. Скворцов, тебе нужен парикмахер. Привет! Привет! Как дела? Нормально. Слушай, а что у тебя с математикой? Да все хорошо, а что? Да вот не могу одну задачку решить. Все уж подзабыл, может, ты поможешь? Ну, давай попробую. Вот смотри, из пункта А вышел человек в пункт Б со скоростью 6 км в час. Так. За сколько времени он дойдет от пункта А до пункта Б, если расстояние между этими пунктами 1,5 километра? Пап, да это ж легко. Через 15 минут.
правильной. Так вот я и думаю, что же это ты в таком случае полтора часа из школы домой перся? Пап, мне кажется, учебник забыл. Да ладно, вернись. Математик. Я понимаю, что вы все будущие физики и математики. Но литература – это святое, особенно классика. Надеюсь, все подготовились. Итак, Самойленко, какой вывод ты сделал, прочитав рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Муму»? Рассказ Тургенева «Муму» – это классическая трактовка закона Архимеда. На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу, вытесненной этим телом жидкости. Господи, вы можете хоть в классических произведениях не видеть своей науки? А смысл? Вот именно, смысл. Неужели для вас все в литературе замыкается на науку? Вот как, по-вашему, о чем думала Катерина в драме Островского «Гроза», когда спрашивала себя, почему люди не летают, как птицы? Об авиации, это же очевидно. Так, все, хватит. На следующий урок всем прочитать Анну Каренину. Это про автономный локомотив с паровой тягой на рельсовом ходу? Сань, ты сколько пробежал? Я 10 километров. Класс, мне бы так бегать. Да это все гены. Какие еще гены? У тебя папа строитель, мама воспитатель в детском саду. Да ты меня не так понял. Это сторожа из соседнего сада. Геннадий Петрович и Геннадий Иванович. Это они мне так надрессировали, когда я к ним в сад за яблоками бегал. Сыночек, а как вот сюда нужно зайти? Это что такое? Меня Леша Смирнов в глаз ударил. Ну-ка, покажи мне его, сейчас папа разберется. Ты смотри, какой этот Леша Смирнов. Ну-ка, покажи мне этого Лешу. Вон. И что, вот этот худяк в синей куртке, что ли? Нет, тот, который его бьет. Вот этот крепыш? Ну ладно, ладно. Сейчас папа что-нибудь придумает. Папа! Сейчас посмотрим. Ну, попал? Мы оба попали. Он нас заметил. Давайте привал. Вот здесь привал.